Владимиру Владимировичу, главу державы российской, верного работнику Владимира Владимировича, в мире и правде, и мужестве соблюди, огради его страхом твоим, даруй ему мирное мудрство идти к нам, и к со святому имени твоему, молим тебя, услыши и помилуй. Наши враги там за океаном, они знают это, осознают и бьют именно сюда, именно в это место, пытаясь расшатать, пытаясь вбить в клин, в единство между нашими народами. Показатель такой, да, это событие в Махачкале. Все помнят, все видели, что было там совсем недавно. Потому что нам точно так же сейчас противостоит объединенная Европа, новые нацисты на Украине. Ну и их не хозяева там за океаном. И вот если мы сможем повторить подвиг наших предков, наших дедов, наших прадедов, снова стать вот этой скалой несокрушимой, братством народов, ну я думаю, они снова зубы обломают об нас. Когда мы собираемся все вместе, никогда нет слова «я татарин», «я грузин», «я азербайджанец», «я дагестанец», все мы русские, поэтому... Мы целиком и полностью поддерживаем политику и курс нашего президента. Да здравствует Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, главнокомандующий верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации. Ура! Сталинград с вами, Владимир Владимирович. Спасибо за внимание.